3 мая студенты Десногорского энергетического колледжа вышли на субботник. Им достался один из самых почетных участков в нашем городе. В преддверии Дня Победы они наводили порядок на мемориале «Курган Славы». Мы ежегодно активно участвуем в этих мероприятиях. Рада помочь все студенты, как вы видите, с энтузиазмом. Вот, помогают, убирают территорию. Все рады принять участие в субботнике в преддверии праздника 9 мая. Студенты испытывали особенную гордость за право трудиться на местах захоронения воинов. Мы решили прийти на звезду, чтобы убраться, так сказать, поддержать чистоту, чтобы как бы почтили память умерших героев. Такие акции имеют ценный опыт воспитания патриотического отношения молодежи к родине.